Всем здорово, меня зовут Стас, я владелец быстрого тазика ВАЗ-2108. I'm from Japan, and my car is a Honda Accord Aurora. А тебе жена разрешает гоняться? Вообще-то нет, но она сейчас спит. Предлагаю строить зарубу машинам до 3 литров на механике или на автомате, или на заднем, на переднем приводе, неважно. Если есть желающие, оставляйте свои комментарии под видео или пишите в директ. Это мой район, моя часть. Как вообще живется здесь? Классно, ништяк, особенно летом. Особенно летом, когда окна открыты, да? Машина летит. Ты от этого кайфуешь или наоборот тебя бесит? Вот после 30 будет бесить. А, да? Пока кайфую. А получается, муж уже за 30, да? Да. А он сейчас бесится из-за этого, он да? Бесит. Да, ладно. Да, да. Поэтому мы летом туда, в деревню уезжаем. А, да? Да. Ну, классно. Твои подписчики уже в курсе, то, что ты уже начал разбирать ГЦ для покраски. Да. Она выйдет в новом облике. Вот, и ну, сегодня решил выехать на Евроэре, Honda CL7. Да, вообще я не хотел гонять, просто... Очень хороший знакомый попросил с ним заехать для проверки его машины. Я думаю, что ему уже попаду. Кстати, у него необычная легаси, трехлитровая. То есть, как бы обычный мотор, но на заднем приводе, на автомате и там... Настроенный. Да. Если кто-то ищет настройщика, можете обращаться к нему. Саня, шаман. Вот, а я что, может я про свою тачку расскажу? Он что, стоковый Евро-Р, 220 сил, передний привод. Сколько весит машина? Тонна... 400, сейчас скажу, тонна 430, что ли, или тонна 420, по-моему. А, тонна 380, вот. А, короче, поедете с места, а потом ролл-рейс. Да, 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 да. Я думаю, с места как раз таки мастерство мы посмотрим и затестим новые режимы на нашем светофоре. Да. Вот. А ролл-рейс уже покажет, чья тачка реально быстрее, то есть Аккорд быстрее. Ну, это вы увидите. Ну, все хорошо. Так что давайте, удачи всем. Да, ну, привет, понимаю. Саня, шаман. Как дела? Здорово, нормально. А ничего. Кто тебя так назвал? Да мой друг, Мактыбек зовут его. Когда я пришел в группу Legacy Club Бишкек, он узнал, что я слышал, там... Слышал, да? Legacy Club Бишкек. Club Бишкек. Пафосное название. Это так богато звучит, бич. Подожди, а ты свою машину как называешь? В принципе, никак, честно. Ну как там, Subaru, Legacy? Вот не знаю, вообще, то есть для я меня думаю, это просто ей, вот средство. Ей подойдет название средство, зебра. Чтобы погонять. Зебра. Давай зебра назовем. Короче, меня в российской группе называют Сашка, банда киргизская. В общем, у меня Legacy 3.0, получается, B4, ну в смысле BEE кузов и на заднем приводе. Вот, в принципе, пока что все стоп, весной, думаю, будем подкидывать валы. Вот, и уже будет там, ну, может быть, 280, может, 290 сил. Вот, а потом будет турботачка еще одна куплена, одна. Ну, это на самом деле круто, ты единственный, который... На все бабки, да, просто да, на все последний бабки. Путь, да. А и что, как на задний привод перешел, были моменты, когда ты ломал привод? Привод нет, редуктор, потому что раздавал боком, и стоковые редуктора, которые со стоковой блокировкой, как только блокировка не справляется, и редуктор, ну, начинает, в общем... Ну, гудеть. У него гудеть, износ, потом он ломается. Вот. Нужен шорт-трек, R180, редуктор, в принципе, таких, думаю, проблем больше нет. А можно узнать, сколько ты едешь 402 метра и 100-200? Мое лучшее время... На 402 где-то 15, 14.9, 15.1, в зависимости от того, как там как бы зацепишься, не зацепишься, с каких там, какая там температура воздуха, вот. 100-200 ужасный, потому что автомат длинный, четвертая скорость крутится до 265 примерно. 100-180 у меня где-то 15 секунд, вот, а 100-200 у меня где-то 22 секунды. 22-23 секунды, в зависимости тоже там уклон есть, если уклон огромный вверх, то там может и 23,5 вот быть, в общем, как-то. Все, желаю.
40? Давай 40. Я по сигналю. С места я попал. Как тебя отодрали? Да блин, второй заезд, я дурак. А, подожди, ты ролл-рейс уехал? Да. А-а-а. Кулису я выдернул второй заезд. Хорошо стартанул и выдернул ее, когда морду вот так делал. И что, 2-2 что ли? Да, 2-2. Ничего себе. Мы, короче, сдалека смотрели, как будто ты проигрываешь. А, не, ходом я уезжаю. Где-то корпус стабильно выезжаю. А с места вот попадаю за счет своей тупизны. Все, ладно. Бывает. Ну что, поздравляю, Сань. Спасибо. 2-0 с места и ролл-рейс 2-0 проиграл. Да. Ну, счет 2-2. Сейчас 2-2. Победила дружба. Да. Салам алейкум. Давайте, обнимашки, целовашки. Мне было бы интересно, да, с Хондой проверить. Да, очень интересно. По прошивке сделано. Мотор как бы сток, валов нету, ничего нету. А прошивка сколько стоит? Прошивка? Да. От 5 и выше. В зависимости от того, что... Ну, брат, тебе бесплатно, наверное. Если трешку купишь, точно тебе бесплатно прошьют. Все хорошо, давай. Че, как дела? Нормально, ваши как? Нормально. После последних заездов я знаю, что ты ничего не делал. Нет, сегодня кривой диск прокатал задний правый. Что еще? Еще я даже не спрашивай, он сейчас начнет рассказывать, что у него еще кривое. Дал псевдоним своей машине. Как называется? Киллер. Киллер? Да, потому что он убивает моторы. Engine killer. Да. Короче, check engine тогда. Твой соперник это Subaru Impreza 2010 года. 10500. Да, машина продается. Ты должен проиграть ему. А, хорошо. Понял, да? Два раза могу. Два раза, да, проиграть? Сухо. Поедете с места, потом можете попробовать хором. Да, тоже интересно. Да? Ну, ты готов? Готов. Че, так же 286 сил? 282. А куда 4 кобылы? Ты же Ашинкучу заливаешь. Там 280 же был, по-моему. 280? Да. Ну, примерно. Ну, ладно, пусть будет 280. 280 просит 280. Да, 280. Все, желаю удачи. Аза, скажи, где купил очки? А? Где купил очки? На Ужском базаре. Мой дядя продает классные очки. Стиль называется Баранже Валтхаву. То есть французский стиль такой. Все, всем спасибо. Бонжур, месье. Все, спасибо. А это, дядю как зовут? А? Дядю как зовут? Я номер тебе скину, он тебе скидку сделал потом. Нет, зовут как? А, его? Адыл зовут. У него Subaru есть. Не, подожди, Лео Адыл тогда. Да, у него Subaru еще 600 сил. Это Форестер, дядя. Который? Да, Форестер, да. Это мой дядя, он очки продает. А тебе жена разрешает гоняться? Вообще-то нет, но она сейчас спит. А ты рядом с ней подушку положил и уехал? Да. Я думаю, у него что-то другое есть. Пойдем в подушку. Да? Швабра, да, я же. Что я, что швабра. Примерно одних габаритов. Ты где такую короткую швабру нашел? Все. Можно я его представлю? Это Илья Водянович. 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 Он местный еврей. Татарин местный. Ну, как дела? Нормально, пойдет хорошо. В сфере перекупа как вообще? Блин, сейчас тяжеловато. Тяжеловато, денег да? У людей нету, брат, пока. Тяжеловато обманывать или как? Конечно, обманывать всегда тяжело. Мы стараемся поменьше обманывать.
всю правду чуть-чуть не договариваем, чуть-чуть просто. А вот мне интересно, вот сегодня ты будешь заезжать на импрезе. Ага. Кстати, самый первый раз на канале. Да, кстати. Еще ты... и с передувом, бля, она передувает теперь, падла, своим метаном. Ну, это уже твои проблемы. Машина с 10-го года. Да. VRX. Да. Обычный VRX. 2 литра, 280 сил. В них сколько в RX? Да. По-моему, не 280. Не, у них 260 поменьше. Заводом. Брат. 260? Да. У Стихи же 280. Ну ладно, пусть будет 260 плюс тогда, если передов есть. Если передов есть. Тогда наоборот меньше должно быть. И сейчас на рынке сколько стоит такая машина? Ну, помимо моей, одну продают 13500. 13500? Да. А ты за сколько продаешь? 10500. 10500. А купил? Не, ну ладно, скажем так, поменялся две машины на одну. Ладно, модно говорить, это моего друга машина. Не-не, это жена ездила, вот что-то другую купил, эту продаю. У тебя есть прекрасная возможность прорекламировать эту машину. А, да? Да, если ты выиграешь, я думаю, кто-то заберет эту машину. Да я проиграю, лучше не рекламировали. Спереду вам кому я, блин, этот гольф объедет вообще какой-нибудь. Мотор весь обслужили, все резинки, сальники, манжеты, там, сапуны и так далее. Так далее. Турбину поменяли на флажку, полностью кастомный выхлоп сварили. Подожди, завода же хила не стоит. Ну, мы поставили флажку, но на дух значит, 280? Да. Нет, 280, на дух-то все тот же, как бы не шили. Александр, звоню, не хочет даже подкорректировать. Понятно. Ну все, у тебя будет соперник Lexus, это 280 сил, полный привод. Чувствую сегодня в***ку как. Да ладно, что? Он по весу тяжелее, чем твоя тачка. Ну, спереду вам тяжело с ним будет. Надо, блин, не знаю. Все, желаю удачи тогда. Спасибо. Да. Эти вот лексоводы, да, вот, и то, говорю, отсекает, там, раз заехали, уже боятся, там, да. Димон, где там твой Лексус, тут приедь-ка я, погоняем. Айба, знаешь, почему он так много знает про Лексус? У него был Лексус. Я просто был 3,5 уже, говно, блядь. Он сам лично придумал эти отмазки. Кажется, фальстарт у тебя был. Мне тоже так показалось, думаю, надо спросить. Да? Либо я в буксе, когда пока уже зеленый загорелся, либо я, по-моему, фальстарт. Ну, на видео будет видно там. Но мне показалось, что в момент, когда я уже это зеленый загорелся, мне показалось, я сначала виску слышал, и потом чик зеленый я уже поехал. Не, у него было максимум 3 фальстарта, не больше. Ну, короче, ты проиграл. Да, у него, блин, она... По-любому ходит, да? Да, мне реально. Нет, даже, да, если бы мы там вровень тронулись бы, видно, что... Ну, ты быстрее. Сегодня, да, да, я даже четвертую не докручивал там. Я третью докрутил, четвертую чуть раз, вижу там
все, я выключаю. А, ты даже без надува ехал, что ли? Нет, ну как? Да. Я думал, просто жалел там. Не-не-не. Слушай, а Саня сегодня, когда тебя настраивал, сколько сказал надув? 1,4. Он мне сегодня сказал, что он меня не будет настраивать. Что он все удалил, все, говорит, больше субару не настраивать. Странный, да, человек, Саня? Настроил и сказал, не буду настраивать. Ну, Стасик, как дела? Да, отлично. Сегодня днем у тебя, короче, бурная переписка была в комментариях. Батл? Да, ну, ты сам захотел, нарвался, как сказать. Сегодня, я так понял, в основном соперники у тебя Хонды. Там. У них сегодня сходка, так уж получилось, что меня позвали на сходку. Заставили, так скажем, давай? Ну, вынудили. Ну как, переписка же есть. Ну да. Ты вообще как бы не рассчитывал, что сегодня будешь заезжать? Нет, вообще абсолютно. Я с работы сразу вот сюда приехал. Давай подробнее расскажешь про свою машину, потому что вчера же, ну как, тизерочек закинули. А что стоит под капотом? Под капотом двигатель ВАЗ-21179. Это тип, ну, типа шестнарь, но уже такой, последней модели шестнарь. Вот. Доработанная голова с завода. Сам я туда ничего не лазил, не делал. Вот. На впуске стоит вал с подъемом, с увеличенным VVTi они туда прикрутили, который у меня не работает. Потому что блок управления у меня старый, январь 5.1. Вот. Впуск, Stingersport и выпуск на 51-й трубе, и в принципе все. А коробка от чего? Коробка 7-й ряд, это сближенные передачи, чисто для дрифт-рейсинга. 4 боевых и 5-я, у меня стандартная, если вдруг. То есть это не заводская коробка, нет, это доработка. Это чисто идут спортивные запчасти, да. Сцепа органическая у тебя? Сцепа самая, что ни на есть, обычная. Стандартная. Клепанная, небось, еще. Нет, не клепанная. Я такого не делаю. Клепанная дороже стоит. А, серьезно? Так, ну и тормоза доработанные, я вчера видел. Перфорированные. Перфорированные, очень дорогие, тоже 800 см за диск. Вот, вакуумный усилитель тоже здесь. Ты можешь сказать, что вообще здесь дорого? Прям... Ну, двигатель мне обошелся, если вот... приехал голый он за одну цену, то чтобы у меня все поехало, ну, где-то 80 тысяч. 80 тысяч. Да, коробка где-то. Давай посчитаем. Машина стоит... 5 лет назад 35 в растяг. 35 плюс 100, это столбик. Считать все двигателя, которые здесь были. А, да, вот так? Не, ну давай сейчас вот то, что стоит под капотом. Давай бюджет машины, наверное, думаю, где-то 200 тысяч, да? Или 250. Скажем так, если бы мне предложили 200, я бы не отдал. Да? Значит, 250. Ну, пусть будет 250. Ну, ну вряд ли. По силам также 130 или за ночь настроился? Смотри, таки? Нет, я ночью спал. Плохо, правда. Короче, с завода идет 120 лошадей на этом моторе, даже 122. Там другой блок управления стоит, электронная педаль, электронная дроссельная заслонка. Ну, в общем, это заводские 120, но если посчитать там какие-то мои доработки, ну, пусть, блин, плюс 10 будет. 130. Пусть будет 130, да. Может быть, если в комментах россияне поправят, может быть, скажут конкретно, сколько там может быть. Ну, я думаю, очень много будет в комментариях. Мне бы хотелось, да, чтобы они меня поддержали как-то. Помогли там морально, да. Или знаниями. Донатили, что не, я могу твою карточку сюда добавить. Не, у меня ее нету. Я люблю бумажные деньги. Ну все, и кстати, о замерах. Я не делал никаких замеров. Да ладно? По телефону не считается. А, ты секундомер включал, что ли? Да, конечно. Не, у меня есть какая-то там палевная замерялка, но я и не верю, потому что она теряет спутники, бывает на месте стоишь, она показывает. Ну как ты думаешь, 15 секунд едет или 14 высоких? Нет. Ну хотелось бы 15, но знаешь, вот по опыту смотришь других, если тачка едет до 108 секунд, то в Котор она еще на 8 секунд больше едет. Такая херня. Ну все, желаю удачи тебе тогда. Спасибо. Ассаламу алейкум. Сен мачнын Honda Accord. Accord Torneo. Torneo. Сир. Или Еврер. Изначально H23 был. Ага. H22 мне свап получился. Коробка почти Еврер его полон труба. Типтроник, да? Не механика, а типтроник алган. Почти Еврер его полон труба. Почти. Наполовину. Передний привод. Передний привод.
Все стандартная тормозная система от 1.8 калган. Ничего не меняет. Вообще завода, допустим, Торнео сколько сидит? H23. H23. Сам. Ну все. Короче, Сеня, ой, точнее, за рулем будет братишка. Да. Ну все. Его зовут? Телек. Телек, да? О, моторист, он сам собрал. А қанша сомға толды бердің? Бұл жағы әмі бағы, әрбір моторының өзінің конфигіне жараша ақша болады да. Сон үшін бұл жерде бір ай определенный мотор жөнді айтшы. Скид қалдың да? Ну, по-своечке скидка бар. Қанша сом кетті? Бұл моторына азыр данный конфигі примерно 70 минут. Как поедем? Три раза семестр? Нет, два. Короче, смотрите, сами решайте там как. До двух побед, да? С места я срала, да? Что там, как поедете? С места? Вообще, без разницы. Ну, давай так тогда, до двух побед, да? С места и рола. Да, давай. Ну, ролом, я не знаю, ну, насколько поедем? У меня 160 ограничений будет. Он же, наверное, по-любому. 18-8. Нет, у меня просто четвертая передача, она закончится на 160, дальше пятая. Ну, уже проедешь, просто провально. На 160, нет? Ну, я надеюсь. Нет, с места я проеду. Один раз с места? Да, с места 402, короче, там максимум, может, 140 разгонится. Не, моя 160. А, 160? Нет. Вообще круто. Так, ну, смотрите сами. Сначала с места поедете, а потом ролл-рейс, да? Да, давай. Все, желаю удачи тогда. Спасибо. Покажете. Сейчас, стой. Все, чисто, давай. Одного заезда хватило? Одного заезда хватило? Полтора-два корпуса на квотер он ушел. Да? Да. Один заезд только был? Нет, или... мы обратно тоже поехали. Да? Что, наверх тоже поедем? Или все? Да, уже две победы. Ну, две победы. Там... То есть, все, значит. А кто хозяин машины? Базар Джох едет. Ну что, расстроен? Честно скажи. А что расстраиваться? Проиграл, да. Подозрение, что коробка, которую валы вот эти засунул, они не подходят. У меня диапазон работы мотора где-то 7200, это эффективно он крутится. Ага. А эти валы надо крутить, ой, эту коробку надо крутить, наверное, свыше 8000, чтобы нормально мотор крутить. Поэтому я меняю ряд на этой, на следующей неделе. И можно реванш устроить. Мне кажется, да? Ходом я уйду, потому что я на стоковой коробке были более серьезные соперники, и машина достойнее держалась, чем сейчас.